В некоторых регионах Италии карантин из-за коронавируса длился более 2 месяцев. Возобновление деятельности – это постепенный процесс, поэтому в настоящее время лишь малые группы могут посещать мессу одновременно. Когда после 70 дней карантина они сказали, что мы можем вернуться на мессу, мы сразу же подумали, что должны сделать что-то полезное для нашего сообщества. Иларио, Матто и отец Джакомо разрабатывали веб-сайт, чтобы люди могли забронировать места в церкви или узнать, есть ли свободные места. Так пользователь может решить, пойти ли на мессу в другое время или в другой приход. Всего в 3 клика пользователь может легко выбрать, какую мессу он хочет посетить, проверив наличие мест. В этот момент система генерирует код, который пользователь может записать или распечатать. Затем верующий должен показать код тому, кто пропускает прихожан на входе в церковь. Сайт обновляется приходским священником, который добавляет время, мест и количество мест, доступных в их церквях. На сайте также есть место для объявлений. Веб-сайт «Иду на мессу» является примером креативных решений во времена ограничений.